Я пришел со школы, первый день каникул. Мам, а помнишь, что ты мне обещала? Нет. Мам, купи мне новый айфон. Ну вот закончишь четверть без троек, куплю тебе твой плафон. Всю четверть я учился, старался. Вот, смотри. И вправду, одни четверки и пятерки. Ладно, раз обещала, купим тебе новый телефон. Ой, какие все красивенькие. О, смотри, давай такой. Мам, меня с таким телефоном засмеют. Вон, смотри. Здравствуйте, вам что-нибудь подсказать? Можно нам вот тот телефончик? С учетом скидки с вас 200 тысяч. Не, вы что-то перепутали. Я не машину просила, а вот тот телефончик. Сколько стоит? 200 тысяч. Мы сейчас за деньгами сходим, мелких купюр просто не взяла. Это ужас какой-то, а не цены. Не реви, завтра куплю тебе твой яфон. Смотри, что я тебе купила. Самая лучшая мама на свете! Поставь лайк, и на этих каникулах тебе купят новый телефон!